городском округе Люберцы проводятся работы по комплексному благоустройству дворов. Ежедневно около 1000 человек и десятков единиц спецтехники приводят в порядок детские спортивные площадки, а также территории вокруг многоквартирных домов. Как преображается двор на улице Льва Толстого, увидела наша съемочная группа. На этой детской площадке пока можно увидеть только рабочих. Игровые элементы пришли в негодность. И если одни достаточно покрасить, то другие нуждаются в замене. Еще несколько дней любимые качели снова будут к услугам малышей, а взрослые смогут отдыхать в благоустроенной зоне рядом с домом. Скамейки сломали, у нас там в основном пожилые люди собираются. Все отремонтировали, покрасили. Все замечательно. Какие бывают вопросы, мы всегда обращаемся в ЖУ-7, нам всегда идут навстречу. Содержание дворовых территорий в летнее время подразумевает покос травы, вырубку аварийных деревьев, окрашивание малых архитектурных форм, а также ямочный ремонт и полив цветов. Эти работы лежат на плечах управляющих компаний. Мы здесь видим, что достаточно все аккуратно, все на уровне. Ну, вот наша компания ЛГЖТ, управляющая компания, я оцениваю, что она крупная, одна из лучших. Это тоже факт, потому что есть профессиональный коллектив, есть люди. Сообщить о ненадлежащем состоянии придомовой территории можно несколькими способами. Свои обращения жители могут отправить на почту главы округа, либо оставить комментарии в соцсетях. Жалобы и предложения принимаются также на портале «Добродел». Луиза Игазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.